Сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в них и очистили от всякие скверны, и спаси даже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Господи, помоги нам, Господи, нести наш крест. Ты призываешь нас идти следовать за Тобою, взяв свой крест. Без Твоей помощи, Господи, не сможем нести этот крест. Мы знаем и верим в Твою помощь. Не дай же нам уклоняться ни влево, ни вправо от истины Твоей. И научи нас постигнуть истину Твою так, чтобы могли донести ее неповрежденной людям, томящимся во тьме грехов. Тебе слава, воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Леша. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Замолкли, евангельское слово слышим. Детей сюда всех, евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 стиха. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Толкование. Сказав выше, что неизвестен день второго пришествия, Господь прилагает притчу сию, показывая, что Он придет внезапно. Подобно человеку, отходящему в путь, Господь призвал рабов своих и дал им заповеди. Отходящим же называется соделавшийся для нас человеком Христос или потому, что вознесся на небеса, или по той причине, что долго терпит, не вдруг требуя от нас, но ожидая отчета. Рабы его, те, коим верено служение слова, как то, архиереи, иереи, диаконы и все приявшие дарования духовные. Одни большие, другие меньшие, каждый по силе своей, то есть по мере веры и чистоты. Ибо какой сосуд представляю я Богу, в такой и влагает Он мне дар свой. В малый сосуд и дар малый, великий, великий. Приявший 5 талантов, тотчас отошел и стал трудиться. Такова тщательность его, что он ничего не пренебрег, а тотчас стал трудиться, удвояя принятый дар. Удвояет же данный ему дар тот, кто получил или дар слова, или богатство, или власть, или иное какое знание и способность приносит пользу не себе только, но старается быть полезным и для других. Напротив, закопавший талант в землю есть тот, кто думает,
об одной своей пользе, о пользе других и не помышляет, за что он будет и осужден. Даже если увидишь даровитого и старательного человека, но дарование свои употребляющего во зло для своих выгод, на обманы и на предметы земные, считай его человеком, закопавшим талант свою в землю, то есть в предметах земных. Спустя много времени приходит давший свое серебро, то есть или божественные слова, Псалом 11.7, или всякое дарование, украшающее и прославляющее человека. И вот на слова блаженного Феофилакта «служение слова», то есть вот эти вот дары, которым верено слово, дары духовные, вот на это Игнат Тихонович дает комментарий. Всем даны дары духовные. Что это за дары, как служение слова? Что это такое? Итак, комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Начиная с грехопадения в раю, человек по научению дьявола пытается в кавычках улучшить замысел Божий в отношении самого себя, подправить, сделать более совершенным Слово Божие. Пророк Исаия, 55 глава, 8-9 стих. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Бог не нуждается в советниках, в корректировщиках своих слов. Раб Божий Моисей изменил 4 слова в прямом указании Божьем, погрешил языком своим, издав лишние звуки. Книга Исход 17.6. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И вот как это выглядело у боговицы на практике. Числа 20.20. И собрал Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Псалом 105, 32, 33. И прогневали Бога увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. И грозный Божий ответ сокрушил замысел Моисея найти покой в обетованной земле. 4 слова перевесили 40 лет верности Богу. Бог сразу же сказал ему, Второзаконие 32:52, «Перед собою ты увидишь землю и не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Какой печалью наполнилось сердце вождя израильского. Сколько раз он мог перебирать в памяти всю грамматику и фонетику своего языка. Бог не любит, когда мы расширяем слова, веренные им, особенно для тех, кто считается руководителем. Подобная катастрофа постигла и Саула, получившего прямое указание полностью уничтожить все, что подает что попадает к нему в плен. Но первый царь евреев решил подправить инструкцию, данную Иеговой, и сделать лучше. Лучший скот принести ему в жертву не чужому, но своему любимому Богу Саваофу. И Бог мгновенно отверг его, и притом навсегда, хотя тот и раскаивался. Первое царство 15:23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отвергнет тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. 1 Царств 15:35. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей.
Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Может быть, человека спасет не знание содержания Библии, а Библия – это единственное, что называется Словом Божьим. Все остальные книги, все до единой, не имеют на себе этой печати. Все должно сверять только с бессмертной вечной Библией. Быть может, это нас не касается. И эти две потрясающие истории остались в древности. Старайтесь развивать свое воображение и мыслить Божьими категориями, Его замыслами. Апостол Павел перечисляет ветхозаветные события не для того, чтобы мы просто знали историю, но для того, чтобы мы стали участниками ее. И все, что было там, это непременно будет с нами. 1 Коринфянам 10:6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И 1 Коринфянам 10:11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Евангелие от Матфея, 25 глава, 20-30. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в землю, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где я не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, и всякому имеющему дастся и приумножится, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышит, да слышит». Толкование. Обоих употребивших на труд данное равно хвалит господин. Под именем благого разумеет человеколюбивого и щедрого, который благость свою простирает и на ближних. Говорится же, что оказывающиеся верными в малом будут поставлены над многим. Потому что хотя и здесь мы получаем дары, они ничтожны в сравнении с будущими благами, которых удостоится употребивший надлежащим образом талант, принятый от Бога. Радость Господа означает то неперестающее веселье, каким веселится Бог, по словам Давида, Псалом 103:31, о делах своих. Так радуются и святые о добрых делах своих, тогда как грешники скорбят и бесполезно раскаиваются о своих лукавых. Радуются святые и тому, что имеют столь богатого Господа. Дурной и ленивый раб отвечает иначе, так свойственно ему отвечать. Он называет господина жестоким, подобно тому, как ныне многие из учителей говорят: «Жестоко требовать послушания от людей, которым Бог не вложил покорности». Ибо это значит слова «жнешь, где не сеял». То есть, кому ты не всеял естественной покорности, от того требуешь покорности. Называя же господина жестоким, раб осуждает самого себя. Ибо если господин жестоко, говорит раб,
то рабу надлежало более стараться и страшиться, как имеющему жестокого и немилостивого господина, потому что если он требует чужого, то тем более потребует своего. Посему надлежало и тебе умножать то, что ты получил, и образовывать учеников, от коих Господь потребует должного. Ибо рабу свойственно отдавать полученное, а Господу требовать отчета от каждого. Но раб говорит своему владыке: заповедь твою нашел я жестокую, потому что ты требуешь послушания от людей, которым не дал естественного расположения покоряться слышанному. Посему, боясь, чтобы слово наставления моего не оказалось напрасным, я не заботился о других, а только о себе. Ученики называются торговцами, потому что передают другим учение. Лихва, требуемая от них, есть исполнение учения самым делом, ибо ученик принимает учителя учения и сам пользуется им, и передает оное другим, и присовокупляет к нему еще лихву, то есть добрые дела. Итак, от лукавого и ленивого раба отнимается дар, ибо кто, приняв дар на пользу другим, не употребляет его по назначению, тот и сам теряет этот дар. А пекущийся о других приобретает еще больше, так как ему дана будет и преизбудет большая благость. Этот же погубил его своей ленностью и пренебрежением. Кромешную тьмою называется место, не озаряемое божественным светом. Аминь. Спасибо, Христос. Хочу порадоваться за тех, кто слушал внимательно евангельское чтение, толкование евангельского чтения. Ну а кто меньше слушал, тот сам посудите. А кто не слушал, вообще ушел. Не жаль тех. Побывали здесь. И вот радость общения для них не радость общения. Жертва, которую просит Господь, говорит, что таковы жертвы угодны Богу. Они не принесли этой жертвы. Жаль. Жаль тех, которые не пришли не по уважительной причине. Жаль тех, которые не были вчера на богослужении. Потому что какой уж раз повторяем одно и то же, что литургия начинается с вечера, в субботу. Значит, следующее у нас богослужение будет во вторник. Во вторник? Во вторник вечером. Во вторник вечером, дальше как вы видите. В среду не будет? Ну как, если во вторник вечером, значит, и в среду будет. В среду утром. Значит, братья, надо как-то кому-то побывать здесь, протопить до службы, чтобы и батюшке было тепло, комфортно, и братьям, сестрам, детям особенно. Подумайте, кто возьмет на себя это. Ладно? Что? Ну, не знаю. Ну, не буду. Кто-то будет, кто-то не будет. О болящих, значит... Татьяна Кузьминична поправилась? Ну, все болящие. Сама-то поправилась? Да. Ну, еще помолитесь за Марию Яковлевну. Она оглохла у нас. И говорит, что это, я вот тоже удивилась, она говорит, что это, ну, как-то это горло у них болело, а от горла как-то вот именно вот какие-то микробы, что это вот на уши дает такое осложнение, огромный человек. Вот, старости. Да. Сейчас она так хорошо помогала, обзванивала. Вот бабушка, когда позвонишь, я сейчас не слышу человек. И еще у меня тут несколько предложений. Бабушка, батюшка вчера звонил и спрашивал, кому, если нужно баранина, подойдите, запишитесь тогда. Цену батюшка сказал? Да, и во вторник может привезти. А цена какая? Не знаю. Что-то не сказала, я не спросила. Вот, и масло сливочное предлагал. Игорь
Если кому-то надо, то уже скажите, во вторник привезут. Привезет, Игорь, во вторник. 280 рублей, полкилограмма, да. Очень вкусное масло, кстати, скажу вам. Вот, и еще цветы, если есть у кого-то цветы, принесите, нам нужно на венок будет. К 3 часам желательно. Что же это? Мы не знаем, как эти достать. Просто сейчас стоят они, это хризантемы. Они 2 недели будут стоять, у вас ничего не будет. А еще и там стоят. Кстати, сестры, по поводу цветов. Ваше попечительство благолепия храма весьма похвально, но не надо цветы ставить нежелательно в целлофановых пакетах. Это шум, а у нас запрет. В храме лишний шум не нужен. Спасибо. Приняли к сведению, да? Хорошо. А болящих еще Анастасия, не забывайте молиться. Очень трудная. Она вот еще никак не может выкарабкаться после 2-го курса, а уже идет 3-й курс. Вот. Много побочных эффектов. Надя вот, так сказать, попросила узнать, может быть, и какой-то препарат другого производителя с меньшими осложнениями, с меньшими побочными эффектами, чтобы приобрести. Может быть, нам придется приобрести его. Вот. Ну да. Узнаю я. Завтра попробую позвонить, узнать. Значит, Мишу, спаси Христос, посетили. Ну, его не видели, конечно, но вот Наталья с Алексеем посетили. Я вчера еще заезжал. Вчера тоже заезжал. Ну, вот, так что, слава Богу. Не пускают к ним, там закрыто все, только передачи, да. У него все изъяли, ключи, телефон, все, никакой связи с ним абсолютно, да. То есть так положено. Очень строго, да. Записку-то написал? Да. Записку, да, вот когда тебе передадите записку, ну это тоже будет как бы вот и посещение. То есть он прочитает и уже будет знать, что мы его помним, что мы молимся о нем. Помогаем ему тоже молитву. До какого числа он будет? Дней 14 обычно. 10-14 дней. Ну, где-то вот. На этой неделе уже выписывается он, да? Уже может быть. Может быть. 2 недели там тоже. Вот. Значит, о Сергии, братья Сергии, помните постоянно. Брат Сергий в Воронеже. Это чудо из чудес, которые вот постоянно там уж, я не знаю, что там держит его еще вот в этой жизни. И почему держит? Одному Богу только известно. Да, для того, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились. И чтобы для нас это было примером. Чтобы мы своими болячками не кичились, чтобы мы не думали, что вот что-то у нас там серьезно болит. Температура 37. Все. Как у папы было? Да у него все хорошо. Тоже ко второй химии он готовится. Ну, хорошо, первая прошла легко тоже. Вот. Как-то, не знаю, как вторая. Легко. Ну, у нас это была дозировка меньше, в первой. Знаете, еще как жалуются мужчины. Любят болеть, лежать. Еще? О ком мы не вспомнили? О болящих? Кого нету? Ну, вчера звонил Палькуеву, Николай, там что-то с машиной где-то он был, спину сорвал, не может. Поэтому не приехали они на службу. Андрея Головача нету. Головача нету. Да, ну вот не забывайте молиться о путешествующих. Брат Игорь, прилетели? Прилетели, уже встретили. Игорь написала, да. Ну, слава Богу. Значит, Игорь Третьяков встретил брата Виктора с семьей, и Анна, и дочка, как это? Ангелина. А их куда сейчас? И что он повез к себе, где дети были? Ну, говори, я не знаю, он повезет или не он, не знаю, но кто-то... Может быть и так, да, потому что говорили, что... Сергей Павлович говорил, что вроде говорили про Андрея Головача, что Андрей повезет их. Но его самого здесь нету. Может, он сейчас и везет, потому что воскресенье он просил. Что?
Может быть, он сейчас как раз и везет. Ну, может быть, может быть. Хотя там дорога. Ну, все равно, значит, они еще путешествующие. Так что помоги им, Господи, ангелы храни все время. И брат Игорь вновь поехал на свое место работы. Поле, в субботу должны были утром. Поле, да. Еще можно так, да. добавить? Да, я что-то упустила. Так, мы тут на Рождество Богородицы с Александрой Михайловной и с Сережей ездили, попроведывали Валентину и Ивановну Кравченко. Нашли такие. Нашли, да, нашли все. В хорошем месте у них, так этот дом расположен. Курорт настоящий, хороший дом у них построен. Валя очень такая довольная, все хорошо у ней. Все, слава Богу. Но сюда приезжать они никак не хотят, чтобы ее отпустить. Вот уже просили, вроде бы, и все, и вот она пока никак. Да, она сама так хочет. Ее ухаживают за ней, да? Ну, сама хотела бы. Ухаживают за ней. Да, да. Так, еще у кого информация есть какая, да, брат? Слушаем, брат. Там на выходе семья Дебуновых привезла, кабачки вырастили. Поэтому кто, пожалуйста, разберите, чтобы они не пропали. И Людмила Степановна, и помидоры в коробке там заберите тоже. А ты, Игорь, передал вам. Зеленые. Берите сельдерей, пока он не заберет. Не резать, черешки очень хорошо резать, листики сушить. А где корешки? Корешки. Корешки, корешки, кому что. Как в сказке. Черешки сушить. Черешки морозить, а листики сушить. А корней это не получилось у меня. У меня не получилось. Не получилось. Слово Марине. У нас там остался маленький кусочек невыкопанной картошки. Если кому надо, может приехать выкопать и забрать. Приезжай, копает. Столько копала, копала. А что, 20 ведер всего накопали. Из них на посадку сколько, конечно. И они еще и портятся. Только у нас машина пока смотрит. Еще у кого есть? Просьба, пожелания, благодарения. Ну, благодарение Богу всегда. Благодарение Богу. За все. За тепло. За все благодарим Бога. Значит, ну, брат, занятие это кто проведет? Проведешь. Значит, Сергей Павлович проведет занятие. Шрамкове же кто может передать? Что? Письма. Кому? Шрамко, детям Шрамко. Шимко. Шимко. Это Алла, давай. Да, ну, почему можешь передать? Да это друг там отдать, потому что Алена приедет. Ну я передам. Ну все. Так, а кто может кабачки Нелле Алексеевне привезти, братья? Там не, ну, в пакете 5 штук я отложила ей помельче, она просила. Чай готов? Поднять, чай готов. Значит, песнопение, трапеза и духовная трапеза, занятия. Молимся. Еще одну минуточку, братья, кто придет топить? Вот сейчас никто никого не назначили, это опять же Виктор Андреевич. Пожалейте его в конце концов, а? Да батюшка протопил. Да. Значит, еще молитесь о рабе Наталье болящей тоже. Наталья, да. Загуляй его. Наталья, дети у Третьяковых тоже болеют, да, Юля, ну, писала. Вот, дети, да. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, лично блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе.
Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас всекратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще, братья и сестры, те, кто не сможет прийти на воздвижение, не забывайте, батюшка объявил, что в следующую субботу служба уже будет по субботам в 4 часов. Так, ну и приходите на службу, потому что среда – постный день, а послабление нам, кто будет на службе.